Изолирован смертников и первый бойца в Синемуку. Ему 27 лет. Рост 172 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Профессиональный рекорд 17 побед, 2 поражения. Его стиль тайский бокс, представляющий команду Dark Fighter. Дагестан, Россия, Мурат Зайдувапида! Его соперник Красному Гу, бойцу 25 лет, рост 169 сантиметров, вес 56,1 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, ни одного поражения. Его стиль ушу Санда, представляющий бойцовский клуб Ахмат из Таджикистана Азам Гафуров. Дамы и господа, встречайте, глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Рефери поединка Армен Аронян. Джентльмены, внимание, позвоночник любим, за сетку шорты, перчатки не хватаемся, покажи честный, красивый поединок. Пожай руки. Удачи, разошлись по углям. Секунданты готовы? Секунданты, сядьте, пожалуйста. Секундан готов? Боец в угол, встань, пожалуйста. Боец, боец. Судья, судья, судья. Тайм. Фит, первый раунд. Да, 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 да
чашки пустился. Давай, давай, пшу. Все, الله الله أكبر إن شاء الله إن شاء الله. Hey, 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 hey!
тебя завалить! Не давай! Не давай перевернуть! Хочешь, эй, эй, эй! Просто гнези! Гнези! Вот, вот! Просто гнези! Нормально, нормально! Нормально, забери контроль! Вот, отлично! Побей! Побей, Мурат! Просто гнези его! Побей, побей, Мурат! Спокойно, вот так, контролируй ход поединка, контролируй! Все нормально у тебя! Все нормально, Мурат, ты контролируй, старайся не двигаться. Вот, контролируй, отлично, побей его, побей его, побей. Эмпкан, достань! Давай, души! Души! Часа! Эмпкан! Азамбек, достань! Побей, побей, локтями, локтями по башке! Вот, ты бьешь, ты контролируй, твой поединок. На тебе! Все отлично, да. Все нормально. Стали в свой угол. Брат, побей его, отлично. Брат, твой бой, забирай, забирай. Не спеши. Обрабатывай его, так. Обрабатывай, да, да, обрабатывай. Побей его, чтобы он... Сейчас под него отдельно делаешь. Брат, вот так, не спеша, обрабатывай. Да, не спеша, вот нормально. Брат, обрабатывай, расстегивай. Брат, ура. Эй, побей его. Можешь это забывать?
Большинством судейских голосов победу одержал Асам Кафаров! И аплодисменты его сопернику Мураду Зейналабидову, который, несмотря на травму, продолжил сражение.